привет! Вы на канале Кикидо. И сам я, Камиль. И сегодня я буду открывать вот эти вот лизуны. Всем привет, друзья! Сегодня мы с Камильчиком решили открыть вот такие вот сюрпризы. Сюрпризы они необычные. Это сюрпризы от корпорации монстров. Да, называется Университет монстров. А сюрпризы сделаны в виде коробочки. И здесь у них дверка. Нет, в виде двери. Ну да, это коробочка и в виде двери. Эта дверка открывается, и там должен находиться монстрик. Монстриков, как было написано, их 24 штучки. То есть один из 24 должен нам попасться здесь. И они находятся все в слизи. Сейчас Камильчик выберет любого. И мы откроем и покажем, что внутри. Посмотрим, какой же монстрик нам попадется. Ну давай, самого первого. Давай, я открою. Потом все остальные откроешь ты. Так. Открываем первого монстрика. Так, тут у нас бумажка. И тут вся коллекция монстриков, которая должна попасться, да. Так, клеточка. Вот у нас наша дверка с ручкой. Открываем нашу дверку и смотрим, что внутри. Опа! Открыли? Так, это у нас пакетик. Слизь. Со слизью. Вот она какая вся липкая. И сам монстрик. Монстрик. Да, вот он. Монстр. Это самый плохой. Я не знаю, кто этот монстрик, но это тоже кто-то из университета. Он Салливана и, по-моему, Майка. Да? Так, ставим его вот сюда. Да. Держи. Мы приготовили емкость для нашей слизи. Да. Сейчас мы откроем эту слизь и всю ее перельем. Так. Так, переливаем. Вот она. Сейчас она вся потечет. Она такая липкая. Да. Ее, наверное, нет. Вот еще сколько. Я клепся от стола. Оп. Первый монстрик. Да. Готов. В конце мы их кинем все вот сюда и устроим им такую ванночку слизи. Открываем. Давай я тебе надрежу. Давай я сам. Давай. Дверку открываем. И какой монстрик у нас там? Ой, вылетел. Так, кто это у нас? Четырехрукий рогатый монстр. И еще слизь. Кто это у нас такой? Глазастый, у него четыре глаза, четыре руки. Да, страшненький такой. И рогатый монстр. Я страшный? Хо-хо-хо-хо-хо. На самом деле я не страшный. Я очень дружелюбный. Четырехглазый. Четырехглазый, четырехрукий и рогатый. Да. Так, какая у нас слизь? Слизь у нас оранжевая. Ну что, мы их смешаем? Да. Давай. И получим другой свет. Ну, мы в итоге получим, наверное, кашу-малашу. Давай я. Сейчас, иди. Так, да? Подожди. Все. Ой. Шлеп ее туда. Шлеп. Все. Так, следующая коробочка. Следующую коробочку. Вот. Так. Папа, это коробочка. Так. Она такая тянучая. Следующую коробочку открыли, дверку, и тут у нас получился какой-то, появился глаз. Монстр с одним глазом и ноги, у него больше ничего нету. Покажи. Вот такой вот, смотри, какой-то интересный. Ходячий глаз. Ля-ля-ля-ля. Он точно, наверное, не влезет в нашу слизь, потому что так. Можно один глаз. Держи монстрика. Давай. Слизь у нас оранжевая. Такая. Да. Так. Вот так. Слизь у нас оранжевая. И мы сейчас ее вылим. О, ты смешал уже цвета? Да. Так. Слизь мы скинули. Ну что, давай следующий. Папа, а ты знаешь,
знаешь, что она очень сильно, когда нажимаешь на нее, она вытекает. Вытекучка такая, давай посмотрим. О, какая она интересная. Можно прямо погадать. Такое ощущение. Человечка. Да, такое ощущение, как будто она мокрая, но на самом деле она не мокрая. Да. Классно. Сухие. Шлеп, 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 шлеп. Давай. Закидываем ее. Шлепа. Все. Давай следующий. Открываем следующую дверку. Так. Открываем, открываем. Здесь у них значок. Корпорация монстра. Вот, и нарисован такой глазик. Вот. Держи, ты будешь открывать дверку? Да. Давай. И нам опять попалась вот такая. Смесь оранжевая. Классно, смотри, еще вот совсем другой. Я думал, у нас попадутся одинаковые монстры. Классно, вообще, это какой-то хэллоуиновский монстр. Нет, похож на тыкву. Летающая мышь. Летающая мышь, летучая мышь. Но мордашка, конечно, не от мыши, но... Дожди, знаешь, на кого еще похоже? На смешариков. Смотри, кругленький такой. Да, на лосяша. Да. Только вместо рогов у него... Крылья. Крылья, да. Вместо рогов. Ой. Так, ну что, лети к своим друзьям? Да. Держи, клади его в коллекцию. Так, у нас осталась еще одна дверка. Вот она, коробочка, давай. Вот. Да. Давай я помогу. Так. Монстры необычные, да? Ни один. Ну давай, а вдруг у нас сейчас попадется какой-нибудь... Хороший. Нет, ну они, в принципе, все хорошие, наверное. Так. Угу. Ты будешь открывать дверку или мне открыть? Нет. Давай, открывай. Самое главное, чтобы у нас не попались одинаковые. Вот. Так. Ого! Ничего себе! Это кто? Это самый огромный монстр. Он очень большой. И мне попалось вот. Ого! Он похож, знаешь, на кого? На кого? На самого главного, помнишь? Угу. У него хвост, как у крокодильчика. Или у динозаврика. Ну вот, но они это монстры, они непонятные. Они да. Тут смесь всех, кого можно. Рогатый тоже вот такой в очках. Прикольный монстр. Похожий. Монстрики. Все мы всех монстриков открыли, да? Да. Так, у нас осталась слизь. Слизь. А, и еще зеленая. Сейчас мы всю слизь закинем к нам в емкость. Давай, емкость сюда. Давай, я слизь тебе отдам, а ты закидывай туда. Держи. Классно. Вообще, когда вот первый раз ее достаешь, вообще необычное такое ощущение. Зеленый цвет у нас полностью растворился, потому что оранжевого было больше, он такой преобладающий цвет. И весь цвет у нас вот получился практически оранжевый. Да. Ну давай, вот у нас сейчас еще один зелененький есть. Сейчас добавим зелененький и посмотрим. Может, что-то получится другое. Да. Так. Опа. Закинул? Да. Смешиваем. Да. Сразу растворяется, да? Да. Дай посмотрю. О, какая. Дай посмотрю. Вот, сразу зелененький цвет растворился. Вот тут вот такое пятнышко осталось зелененькое и все. Вот она как тянется, она сейчас слизь. Люп-люп-люп-люп-люп. Классно. Давай. Ой. Ой, на столе он прилипло. Так, закидываем. Ну что, монстрики готовы к принятию ванны? Монстрики, вы готовы? Да, я готова, я не против искупаться. Но я тоже. Чур, я буду нырять рогами вперед. Так, ну что, давай, закинем их? Давай. Давай. Тут ловушка для них. Давай. А, ты хочешь сначала... Давай, сначала тогда их кинем на дно, и потом накроем их слизью. Все? Так, накрываем. Они там вот. Смотри. Все. Наши монстрики под слизью. Да. Давай, вывалим. Давай. Опа. Они прилипают. Все прилипли? Ну-ка, отделяются они? Не знаю. Так, вот. Отделяются. Один влип. Глазастик влип. Так. Конечно. Опа. Все. Классно? Все в сборе. Все монстрики в сборе.
А сейчас мы попробуем нашу слизь надуть. Да. Подожди. Вместе ставим вот сюда. И потихонечку дуем. Не поднимай трубочку. Лопнул? Еще раз? Угу. Давай. Делаем комочек. Папа, все трубочки вот там. Огромный шар мы надули с Камильчика, да? Классно? Он взорвался. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Всем пока, монстрики, пока.